Это остров Рахну, протяженностью 16 километров. Здесь проживает 208 человек. На острове живут лошади с исключительным генетическим багажом. Они — наши домашние животные. Еще на острове есть школа шпионов, где можно выучиться шпионажу высшего класса. Сейчас проходят курсы маскировки. До сих пор у нас была только одна проблема. Мы не могли как следует вести свои финансовые дела. Но теперь у нас есть свой банк. И жизнь теперь расцветает. Это не сказка. Теперь действительно есть такой банк, услуги которого доступны в магазинах сети Коп по всей Эстонии, который всегда рядом с тобой. Коп Банк.